Т5 купить за УД. Я понял, ты мейнер пал, Когда-нибудь. но ты понимаешь, да, А что что, нам... за УД будет Т5 продаваться? Ну, типа 30 тысяч УД плюс 30 воронок. Но воронки Ой, я ка. вообще понятия не Ну имею, это же где не их сразу, раскинуть. скорее всего, это... Боссов Я так тоже Т5. думаю. Конечно, это Не, будет на без X2 воронки. клетки. То есть там выделили отдельного вендора, у него за воронки и ОД покупали две печеньки Т9. Ой, Т5. Надо же было не с пула выхода Т5. Пула, с пула. Там Пула. Ну, получается, в танка подольше да. поживу. Пулили есть Да, право. ну да, прыгай, бегай в танке там. Ну там Лингрен потанчит, но ты просто попрыгай там, побегай. С Угу. пола Хотя побежишь. Хилл пойдет с нами. Так, Ралис. Пиздарики на воздушном шарике. Мне КД, блядь. Сука. У кого? Вест. Так ты, Нет. блядь, в первом рейде же был. И я бич. Ой, а тогда спекнуть в ДЦ с Лингрен пока. Заходи на второго перса. Кто в ДЦ? Поле ДЦ за ДЦ будет. Так, ну да. Ну сейчас просто Эвест ДЦшу. Наконец-то, да. Все, не сумоньте Лингрена, он на месте уже. Так, а кто еще у нас похилить хочет? Ну, допустим, я, да? Он влажный просится. Я дал уже за Почта есть у кого? Данила, твой выход. Как это не дал? Я всем дал. Чего я? Похилить. Дурак, что? Я, в принципе, могу вместо Вара на приста зайти. Думаю, пользы больше будет. А давай, да, давай на приста. Чтобы я не напрягался там в хиле, если что, шестого только спекнусь на этого. Хорошо. Я тогда в ЛФГ напишу там 1000 плюсов. Ага. Бля, сейчас читать эти плюсы надо будет. Ска Образно. скаж, как Пообедаемся. напишешь, я пока не смотрю туда. Угу, я пока еще не вышла. Это, ну пошли, короче, по кругу чистим. Давай справа налево начнем и начнем с этого, с Гагоноша. Не хочу с собаки начинать. Тикните тогда рохом С спать. Синтек, кулаки и МП5. Ты пиздец. Чё ты? Катки хотел? Буйство, два Да, буйства, у меня что? нету этого полипайвера. А. Ну ладно, я уже поменял. А, вот, что спросить хотел. А у тебя есть, короче, видос, как ты настраиваешь аддоны на YouTube-канале? Нет. А что тебе какое аддон надо? Да у тебя все такие нормальные прям. Начиная с этого Вуду, который у тебя Твой фанат. в середине. Потом, короче, как ты на карте рейд видишь и как у тебя ДБМ настроен. Типа, я сидел сегодня в настройках ДБМ и пытался так же сделать, чтобы типа справа было видно то, что ты заюзал, а слева все вот эти вот боссовские касты. И ни хрена никто не нашел. Это классика. Че, ты заходишь за своего приста? Угу, я уже кружусь, у меня вот лично заставки. Надо фласочку купить. Очень печально, я не знаю, это. Может быть и не ко времени. Этот Геншин мне в Дисе написал. Ну, я его спросил. Типа, что ты ушел? Этот Синтек, ну, я сейчас зашел, прочитал. Синтек написал, что он типа из-за PS ностальгии ушел, что они там кричат в Дисе. Ну, я прям это не А знаю. Геншин ушел? Сейчас еще. Сейчас Да я. дословно со слов шел. Ой. Слышите, вопрос такой, а что меня Дашулич может звать поговорить в Дискорд ешь? Это зачем? Дашулич? Да. Водишь на Егорна. Тут Не уже, знаю. знаешь, Ладно, я отлучусь, пока что там узнать покупать надо. цветы будет. Расскажешь потом. Не, а ее Да. что-то нету. А где она? Ладно. Любопытно, любопытно. ТХЗ. Она отошла, наверное, куда-то.
блин, так я думал послушать. 100% было бы что-то интересное. Там, наверное, в какой-то секретный канал меня перетащат. Да, в нижний, скорее всего, да и все. ХЗ, короче. Может, ей нужен еще один РЛ, как его знают. Ну, я вряд ли буду на регорном заниматься. Либо, возможно, на покупку осколка. Что я знаю, что она недавно купила основу посоха. Хотя, видимо, тоже. Так а своим надо собирать. Ну, так я что же. Та странно, что там. Короче, ладно, это такое дело. Ладно, я отпишу, что... Пошли в рейд обратно. Короче, хз, что там к чему, не знаю. А вот с этого сульфурона никто тебе не даст. Да не знаю, не было ее. Она пишет, я через 5 минут отвечаю. Она куда-то отходит там. То ли за малым в сад, то ли куда. Это дай рависту ассиста, он добавит. Вот. Что-то у нас хантов много на фиолетовом цвете. Ну, будут мучиться. Аделю добавит его там. Али хантов, это все. А что хантам мучиться на фиолетовом? Игорь. Ну, а да кому, ладно. А кому еще мучиться? Там холик у ДЦ. Холик из ДЦ поставь на рядку, все отлично будет. Ну а ханта 2 еще куда поставить? Ну туда же, к ним. Вот, ну и что дальше-то там? Ну Геншин написал, дальше что? Короче, я к тому, что сейчас я скажу, как там это все выглядело. Алло, у меня немножко дискорд пошалил. Алло. Выключен и вас тоже. Алло, алло. Ну ничего, сейчас-то нормально слышно? Да-да-да. Короче, там, ну, два слова написано. ПС ностальгия и твой похуизм на геру и реалиство. Я не понимаю, какой такой похуизм, но, блядь, ну, разное это, бывает. Про последний рейд, когда я нахуя орал на... Лопоте, блять, что вот это вот натил про ТТГ, второе не собранное, но оно реально заебало. Я с первого босса сидел, у меня прям все сижу, терплю, думаю, ну это, наверное, сейчас закончится, и оно не закончилось до середины рейда. Я там плюсую, если что. Ага. И это никому не нравится, просто все, я видимо, молчат, и ну как-то, ну это хуйня, когда РЛ начинает, блядь, ну вообще не о том, мы идем в геру, а разговариваем там про ТТГ, которое не состоялось. Ладно, ладно, это самое. Ну, все же мы не роботы, мы же это понимаем, да? Вот я когда на циркуле играл, у нас было РЛов, ну, штук 5, наверное. И, ну, было видно, вот, кто вводит все рейды, ну, процентов 70 рейдов, а кто, ну, остальные там на подхвате. Вот кто вводит меньше рейдов, ну, они, я не скажу, что они, блядь, ну, какие-то там слабые люди, не знаю, они релили топово, они все... Блять, я не знаю, без всяких матов, без всего, все заэреливалось, все было зашибись. И они вот, ну, без матов, то есть все заэреливается. Прям, ну, человек спокойным голосом все говорит, все убивается, прям, ну, приятно ходить. Я на расслабоне сижу, дамажу там. Потом получилось, что, ну, половину рейдов я примерно вожу, половину рейдов этот ГМ. И получается, ну, люди перегорают, вот, когда вводишь... Это, видишь, это надо временем все проверить. Так-то это все легко говорить. Ну, я тоже могу там, ну... Ну, пойдешь ты там с пугами, ну, или просто к пугам зайти в рейд и, ну, обхуесосить там РЛа, там все, а там у тебя это не так, то не так. А по воде это на постоянной основе, и, ну, там будет сразу видно контраст. То есть, если, ну, если реально там времени дофига, нервов дофига, там, ну, тебе нравится там рейд, еще что-то, то, ну, да, это одно.
А тут ну, надо понимать, блядь, тоже, ну, я вот не даю гарантию, что я такой всегда как робот буду, ну, одно и то же настроение, всегда все зашибись, прям, ну, я такой гарантии никогда, никому никогда не давал. Вот, тут бывает разное, но это тоже надо учитывать. А так-то то, что сгорают все, это понятно, ну, там, и люди, и людям это слушать тяжело и так далее. Ну, насчет похуизма, я не знаю, ну, 2 недели, вот, лич убитый, 2 недели подряд. Да это предлог какой-то, ей-богу. Ну, серьезно. Похоже на предлог, ну, я не знаю, я не буду судить предлог, там, не предлог. Ну, не хочешь, не играй, ну, тут сказано. В гильдиях, в правилах написано все. Просто некоторые люди об этом забывают. Ну, у нас нету такого, как сказать, как вот говорили-то вчера, что статик, что мы типа приходим сюда только пиксели забрать, как вот какие-то экзальтеды там или за Сипирь, я не знаю, как они играют. Мы как бы и то, и общаться надо, как бы стараться нормально, ну, друг к другу относиться. И, ну, это тоже оно не всегда получается. И вроде бы и закрыть надо, да, и то надо, блядь. И вот какую-то надо золотую середину найти. Надо всем давать второй шанс. Ну, я не знаю, я до последнего слушаю там. Я со всеми согласен. Там, вот Big Dem все это правильно говорит. Там, как бы оно то ни было, блядь. Иногда я могу хуйню какую-то нести. Это все можно это сказать мне. Только, блядь, вот такие вещи, как когда вы уходите с рейда, ну, поставь меня на замену, это... Ну, представь, это вообще пиздец. Это же, ну я не знаю, это не пуги, это не обычка какая-то, это гера. Мы сюда сидели, мы сюда готовились, мы сюда идем, блядь. Мы специально готовились, мы одевались в обычках сколько месяцев, блядь. Поэтому, когда люди ливают, они подводят рейд. И хорошо, что замена оказалась. Это пиздец, как повезло. Ладно, это все, давайте потом, когда закроем, попиздим. Не знаю, почему мы на собаку пришли. Ну, пойдем куда-нибудь. Привычка. Значит... Пускай Лингрен поточит, Хурюк больше даст. Собаки, да? Да. Значит, слева... Ставьте меточки на танков, пожалуйста. Танк Лингрен, вот на нем звезда. Угу, спасибо. Так. Милики начинают со стороны звезды. Ой. РДД со стороны кружка. Пока к собаке близко не подходите, а то у нас пулится. Вайпаться будем. Значит, первая, вторая пати включает 2 хантов. Ваша позиция это, вот вы начинаете со стороны звезды, ханты, еще дополнительно вы туда дальше уходите, вот в сторону ромбика, там прыгаете. Вы с фиолетовыми метками, слышно ханты, Фабиан и Мегахант? Да, слышно. Че, она девочка? Ох, чопнул, показывается. Да, хорошо, Равис, только давай уже потом, сейчас уже некогда, я там написал в 10, что занят рейдом. Значит, еще 2 человека дополнительно пойдут в ту сторону. Так, у тебя, Адель, кто? Холик? Или угу. Холик, да? Как хотите, могу ДЦ-шку спекнуться. Так, ну, будь в Холике. Значит, так, Мэтфокс, давай в сову. И остальные останьтесь в хилах, короче. Холь ДЦ и Неола, вы туда идете, в сторону звезды, вы вдвоем. И прыгаете в стороне ромбика. Вот вас 12 человек, то есть первая и вторая пати, и Хульдеце, и Ниола. Остальные 13 человек стоят, начинают свой бой в кружке. Мы РДДшниками считаемся. Ну, это, напоминаю, там, кто тут тактику не знает, кто тут первый раз. Расскажи, пожалуйста. Так, вот, значит, на боссе есть... 4 способности. Значит, сначала она с пула секунд через 5 кидает на весь рейд 2 вида меток. Зеленые и фиолетовые. Фиолетовые кидаются на тех, кто ближе к собаке. Зеленые на тех, кто дальше. Фиолетовые кидаются 12 штук. Зеленых 13. Вот. С метками нужно по-разному играть. Если на тебе фиолетовая метка. Вот сейчас поставлю на себя кружок. Если на тебе фиолетовая метка, то ты постоянно должен прыгать, бегать, постоянно двигаться. Если ты остановишься, то каждую секунду на тебе будут накапливаться стаки. Чтобы скинуть, надо начать двигаться. В течение секунды двигаться. То есть, если меньше секунды пробегаешь, то стак будет обновляться. Вот, поэтому либо прыгать, либо бегать, что удобно. Но главное, чтобы стаки скидывались. Если стаки не скинутся, накопится 3 стака, получаешь стан на 5 секунд. Это чревато тем, что получишь урон от луча там, или от гейзера, не отбежишь и сдохнешь. Вот, дальше, значит, зеленая метка. Зеленая метка, ну, с точностью до наоборот действует. Она, наоборот, не двигается. Если она начинает двигаться, бежать куда-то, перебегать из луча, там, из гейзера, то она, это, получает стаки. И когда накапливает 3 стака, она получает дезориентацию, тоже на 5 секунд. Не стану, а дезориентацию. То есть ходит вот так, как будто рога ослепила, вот так, сюда, сюда.
Вот, значит, на каждую из этих меток кидаются три способности. Первое, это пульсация такая, появляется, исчезается колечко такое, оно дамажит по 500 вокруг на 8 метров, 500 урона. Вот. И метки еще, кстати, они с течением боя, они настакиваются, то есть там входящий урон магически увеличивается там на 5, там на 10. Короче, минут через 5 будет, это вместо 500 по 5000 шоточ, короче, будет убивать. Вот, значит, имейте в виду, чем дольше бой, тем, ну, это серьезнее этот дамаг. Ну, вот эта пульсация, она ничего страшного не представляет, ее хилы захиливают. Вот. Дальше вторая способность, на каждую из меток кидается, это гейзеры, это кольцо такое появляется под ногами, и оно не пульсирует, оно не мигает, оно просто появилось, и оно вот такое плотное, как бы, и оно через 3 секунды взрывается. Вот как только это кольцо появляется, с них надо выбежать. Вот, ну, эти маги там блинкуются, Локи портал ставят. Первые разы там оно может не убить, если ты в одном стоишь вместе с этим кольцом. Вот если мы стоим звезда с кружком в одном месте, да, а, и кольцо это взрывается на 15 тысяч. Ну, соответственно, метки как настакиваются со временем, оно будет больше и больше взрываться. Вот если мы стоим звезда кружок вместе, и на нас появляются эти кольца, то они, вот если мы не будем двигаться, они взорвутся в одном месте, и мы получим уже не 15 тысяч, а 30 тысяч урона, то есть ваншот. Поэтому нужно стоять так, чтобы всегда вам было, вот если мы милики, да, со звездой, то нужно стоять так, чтобы вот я вот бегаю, прыгаю, и мне нужно, появились кольца, мне нужно выбегать в ту сторону, где нету людей, чтобы вот я со своего кольца вышел. А не так, что вот вокруг меня 10 человек стоит, и мне только в сторону звезды отбегать, а тут еще и его кольцо. То есть имейте в виду, вот эта расстановка, это, ну, от вас зависит все. За ручку здесь вас никто не проведет. То есть будете умирать на гейзерах, мы будем падать. И следующая способность — это метки над головой появляются, как на собаке, такие треугольнички над головой, либо зеленые, либо фиолетовые. Они через 8 секунд взрываются на 70 тысяч урона, одна метка на 70 тысяч урона. Чтобы не сдохнуть, шипешники дают тучку, маги глыбу, паладин бабл, ну там один танк только, ну и он холипал. Вот, к ним не сбегаются, к этим классам. К остальным, кого нельзя спасти, вот сова там или хил шаман какой-то, в него 3-4 человека сбегаются. Когда они сбегаются, ну, вы прекращаете двигаться, чтобы у вас дебаф там спал зеленый или фиолетовый, вы двигаетесь, если вы с фиолетовым. Вот, и когда эта лужа взрывается, вы получаете урон, вы с нее быстренько выпрыгиваете, потому что она тоже наносит урон, эта лужа. Ну, она лежит там сколько, минуту, две. Вот, и так, три способности я назвал. Потом что? Паровозы. Потом паровозы, значит, лучи. Вот для лучей у нас есть, вот, допустим, Big Dam для миликов. Если кто в милизоне стоит, вот квадрат, смотрите на него, как он выпрыгивает с лучей. Если кто-то здесь первый раз, то ничего не делайте, не дамажьте, просто смотрите, в какой момент нужно выпрыгивать из луча. Сначала появляется луч, окрашенный в это, пол окрашенный в цвет луча, там фиолетовый или зеленый. Сначала вы встаете на пустое место, которое не окрашенное. Потом место, которое окрашено, по нему проходит такая хуйня серая, такая смесь, блядь, каша гречневая, блядь. И как только эта хуйня проходит, звуковой сигнал такой, у вас звук должен быть включен, вы сразу прыгаете в это место, потому что в этот момент уже окрашивается пол под вашими ногами. И как только пол под вашими ногами окрасился в цвет другого луча, он уже через секунду пойдет там, вот эта хуйня, эта параша. Опасность тут в чем? Из луча надо выйти, ну, он наносит дамаг, он еще убит, может, немножко откидывает. Опасность в том, что если вы, будучи с фиолетовым цветом, словите зеленый луч, или наоборот с фиолетовым, с зеленым цветом фиолетовый луч, то вы получите дебаф, называется конфликт стихий. Конфликт стихий — это дебаф, когда вы с меткой одного цвета ловите урон другого цвета. Вот, или зеленый, или фиолетовый. Этот дебаф вешается на 5 секунд. Каждую секунду бьет по 5000. Не только по вам, а по всему рейду. По всем 25 людям. Это порой невозможно захилить. Ну, там один раз, если рейд засчитованный будет, это еще можно как-то выжить. А потом, когда хилы будут падать, там от гейзеров не отбегать, там это уже будет не прохиливаться. Это будет приводить к вайпу. То есть основная задача на этом боссе — выполнять, что нужно со своей меткой, отбегать от гейзеров. И третье — это не словить конфликт стихий. Все остальное сделают ДПС, ну, если вы, конечно, не сдохнете. То есть, еще раз напомню, задача — сначала научиться отбегать от этой всей параши. Друг с другом не сталкиваются люди с мили-зоны и с РДД-зоны. И все. И упадет босс. ДПС здесь должно хватать. Вопросы?
Получается, появляется метка, мы ее выносим. Когда появляется метка, либо фиолетовая, либо зеленая над головой, галочка такая, она через 8 секунд ударит 70 тысяч урона вокруг на 8 метров. Если люди ближе к 8 метров тебе не успели подбежать, ты сдохнешь. Вот, спасти могут крылья холиприста. Холиприста очень, ну, очень легко это самое пережить. Просто на себя крылья даешь и выбегаешь с лужи с этой. То есть тебя спасут крылья, они прокнут. Вот. Но остальные, если, допустим, кинулась на бидона, но в него нужно сбежаться. Нужно разделить урон. 3-4 человека должны сбежаться. Этот урон надо разделить. Лужа, ну, лужа выпадет, выльется, и вы с нее должны выпрыгнуть, захилиться. Ну, фу, и все, дальше играть. Ну, давайте по расстановке. Что там? Кто смелый, там в себе уверен, вары, там отбегайте в сторону угла, то есть в сторону квадрата от звезды. Кто не уверен, идите сразу в ромб и там тусуйтесь с хантами, с ДСшниками. Только им не засирайте кольцами эти, как-то друг от друга рейнджку держите метров по 15. Большой. Будет. Блоднига танчил ТТК, просится потанчить. Могу уступить. Это милихаст, у нас его нету. Ну, давай. Может, кого-то заменить другого, я не знаю, кто. Могу я шаманом? Там можно шипешку взять. В чате. Он готов, пишет вон. Давай, давай. Он в группе. Блудниго, ты в Дисе? Еще раз кинь. Да. Все, за место Лингерна танчить будешь, иди. Так, взял. Так, вас кикать или пока посидите в пати? Я тут сижу. Без разницы, можете кикнуть. Если мешаемся. Не, ну если ливать не будете во время боя. Я не буду ливать. Ладно, тогда пускай сидите. Ну, давай. Восьмая группа там. Чё говоришь? Я вышел уже. Восьмая группа. Нет, просто восьмая скрыта. Там у меня тоже 6, 7, 8 скрыто. Так, сумнули их. Блудниго, ты танчил собаку? Так, как ты ее танчишь? Спиной к стене или как-то по-другому водишь? Покажи, как танчить будешь. Сначала тут. Ладно, короче... Ты завис, нет? Чё ты бежишь в это? А, вот. Короче, смотрите, милики, там, это, как он танчит, я не знаю, как он там будет лужи разливать, ну, посмотрим. Поводишь как, посмотрим. Главное, с гейзера выбегайте. Так, все, приз тут. Приз, ты, это, ты где? А, вот он, ага. Так. Если присты это увидите, что с гейзеров не можете выбежать, лучше тучку сдавайте. Потом хуй с ним сбежимся, скажете, если что. Вот. Ну, совы, надеюсь, убегут. Так, лог-портал. Ну и главное, чтобы хилы еще выбежали. Смотрите, пати, которая третья, ближе вот сюда к кружку располагайтесь. Пати хилов у нас будет централизовано вот примерно вот здесь, в треугольнике. Чтобы они до всех доставали. Ну а пати четвертая, это уже дальше туда, вон в луне. Примерно там будем стоять. Вот, чтобы мы толпой не стояли где. Ну и распределяемся там в линию. Ну, назад не мешаем, сзади людей не встаем, чтобы выбежать было место. Все, давайте, готовлюсь. Что, проверка завершена, что ли? Так, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Беру. Гэндальф, стань всеми в один ряд, не стой за спиной у костра. Вставайте либо в три пака, либо вдоль комнаты линий. У пака вставайте. И не забывайте, вот гейзеры сейчас ждем, первые на ком будут. Если они будут на РДД, то значит во время обстрела будут во время... Вот они на РДД. Значит во время обстрела будут на миликов. Берегитесь. Опять. Нормально.
Самака. Самака пиздец далеко, конечно. Играем. Обстрел смотрим внимательно. Так, я с тучкой. Да, так, до собаки пока дойдешь нахуй. Я хуй знаю, мне кажется, как я танчу, надо получше будет. Ну это она плюс-минус в том же месте находится, просто что... Сейчас у вас гейзер будет скоро. Танк стоит нахуй в лужах. Да далеко еще. Неудобно. Ну, ничего, нормально, пока играем. Гейзер. Че, на мне что ли? Я нет, не сбегайте. Бегите или умрите. Обстрел. Ой-ой. Конфликт чей-то. Падаем. Короче, этот и Неола в ту сторону, в сторону стены прыгай, вот где, ну, в ту сторону костей вот этих. Короче, смотри, в чем фишка. Ну, в экономии места это заебись, с одной стороны, но с другой стороны, когда так танчишь, вся пачка РДДшников, она, ну, группируется, то есть... Ну, ходить раньше... много приходится. Да, и ходить много приходится, и мы группируемся, то есть тут полукругом не станешь, гейзеры неудобно выносить. Немножко надо, короче, сейчас блудниго мы с тобой это... Ты, когда танчишь, ты пятишься в стену, да? Спиной. Вот сейчас будешь по стене танчить, только без угла. Угол пропустишь. Так. Ставлю рыбу, ешьте. Пошли, блудниго, иди сюда, вот за кружком. Смотри, вот собаку начнешь, да, вот, ну вот тут вот встанешь, да, вот тут. До сюда она дойдет до тебя, и все, и разворачиваешь ее вот так, то есть такой манер делаешь, вот до сюда, и спиной вот так вот в стену идешь. Здесь твоя первая лужа будет, и вот так вот танчишь, здесь первая. Первая будет, там, сам знаешь, да, там панцирь, хуянцирь, эту всю хуйню. И это, обстрел там, то есть ты здесь не ловишь, у тебя сейф-зона здесь маленькая. И как только обстрел пройдет, ты собаку, смотри, чтобы она только к стене к тебе не подходила, чтобы сам сокрушающий не сдох. Вот отсюда пройдешь, вот так вот, проведешь, ну, дальше, чем я показываю, то есть я, чтобы не спулить, подхожу. Вот, проведешь немножко и повернешь, и будешь рядом с этой лужей ложить там метров 5, чтобы промежуток между лужами был. И так ложишь туда-сюда. Когда до туда, до угла дойдешь, и там смотри, кстати, в этих костях, смотри, чтобы она через кости на тебя не смотрела, потому что она их будет обходить, будет хуево. Ну вот. Не запнись. А там собака просто будет обходить, к стене подходить. Это будет хуево это для сокрушающего. Ну и это, и там до угла дойдешь, и просто во второй ряд эти лужи начнешь ложить. То есть со стороны ромбика и пойдешь в сторону звезды. Вот так, только во второй ряд. И все, мы там дальше зайдем, у нас место есть. Да, и по 4 лужи ложи под прожимкой. А ты все ложи, прям все лужи, которые там есть. 4 штуки вроде. А, по-моему, больше там, или 5, или 6 их. Прям прилично. Ну, это с метками есть. А, ну да, или 5. Ладно, давайте проверка. И гейзеры ждите постоянно, у меня таймера нету, который ДБМ там показывает заранее, но если имейте в виду, что вот гейзер если был на миленьком, следующий на РДД, ждем гейзеры каждый раз. Так, где он, чёрт? 5, 4, 3, 2, 1.
Гейзер, да? Берегитесь. Что, значит, сокрушающие умерли? Время обстрела будет на этих, значит, на миликах, имейте в виду. Это самое сложное для вас будет. Вот обстрел. Или умрите. В сторону миликов не выпрыгиваем. Вот Фабиан конфликт, Шадоу конфликт. Черный луч словил, да? Вот видишь, весь рейд дамажишь. Берегитесь. Надеюсь, у вас откладывается, те, кто ловит эту всю хуйню конфликтом. Что вы косячите? Так, кто это? Ладно, падаем заново. Сбегаемся в одну точку, падаем. Вы умрете. Это? Адель, ты там не-то. Встань где-то далеко от людей, чтобы ты со своего гейзера могла выбежать спокойно. Не стой с пачкой. Где-то в краю. Ну, далеко там стой, даже не хиль, ничего, просто смотри со стороны и все. От сокрушающего два милика не отбежали. Вы в курсе, да, что под собакой белый кружок надо отбегать? После каждых гейзеров собака кастит сокрушающий. Да я его тупо сейчас не увидел. Вот у меня проблема, блядь, с эффектами. Я вообще этого босса не могу понять по эффектам. Каст, полоску каста, смотрите. Полоску он кастует, когда-то полосочка там есть. Ешьте рыбу. Фабиан конфликт словил. Луч не своего цвета, да, словил на поездах. Еще раз напомню. Если кто не понимает, в какой момент надо выпрыгивать с лучей. Вот, для миликов. Вот квадрат, на него смотрите. Для РДшников кружок. Выпрыгивают РТДшники в сторону стены, где звезда и ромбик, в сторону стены, не в сторону к нам, к милики, в сторону стены, не в сторону к РТДшникам, а в сторону стены туда, а РТДшники в сторону, где у нас кружок, то есть в сторону этой стены, то есть не к ним, а, ну, потому что мы встретились один раз, там конфликт словили. Проверка. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Геро. Шамана, Геро, дайте. Ждем, на ком гейзеры будут, готовимся. Вот на меликах. К нам не выпрыгивай, ну. Ну кто, к нам не бегите. Берегитесь. Хант не шарит. Хант, у тебя отскок есть, правильно? Брателло. Так вытащи его, поставь на единичку. РДДшники готовим сейчас на обстреле, будут одновременно гейзеры тоже. С одного луча выпрыгните, будете убегать во второй, и будет обстрел. Смотрите внимательно сейчас. Вот сейчас стоим. Хоп, и гейзеры. Блять, а что так разлито, ебано? Как бить-то, блять, ее? Ну вы метки так снесли. Ну милики там налили. Так вы скажите танку перевести. Милики налили. Давайте. Это, захиливаем. На хп дал. Вот Фокс с бидоном лежат. Не лови стан. Но лучше получишь эту хуйню.
к нам не бегайте, к РДДшникам, блядь, конфликт словим. РДДшники, давайте максимальный рейндж от собаки, чтобы людям было место маневра бегать. Все нормально, играем. Хилы только напрягайтесь, танка не проебите. Четыре тела всего лежат. Сейчас смотрите, гейзеры там или что, вот гейзеры. Вот обстрел. Бегите или умрите. Так, играем дальше. И в обратную сторону поведешь. Хан, главное не задень меня, немножко это. Не заденьте нас, главное. Так, милики. Так. Ну хоть так. Вот на миликах был, значит следующий уже будет. РДшники, смещаемся обратно, в обратную сторону. И 30 метров, вот то близко к собаке стоит, сука. 30 это метров, блядь. Шадо, тучку нажмешь. Берегитесь. Нажмет он там тучку. Надеюсь, вы не сбежались. Все нормально. Так, должны доиграть. Главное подальше от миликов. Вот, у вас это? Один хил. Один хил? Эй, блядь, заебали на. Так может БР раздать, ёбаный? Не-не-не, нельзя БР. Нельзя тут БР. А, это хилься сам. Блять, хильте танка. Хилы. Сука, присты. Блять, я до тебя не добегу сейчас, нахуй. Обстрел. Нажимай сейвы все, не зыбку, всю хуйню. Если сдохнешь, пизда будет. Ну не сдохни этот. Блять, я пока до него добегу, нахуй. Лям, добивайте, нахуй. Я хилю пока его. Все, маны нету, блять. Сейчас тучку нажму. Еле-еле, блять. Так, что ты? Да, поставьте джипс, пожалуйста, что-то поломано, бил его. Хламобот стоит. Поставил хламобота. Так. Ну, разбойника... Разбойника девочкам отдаем, как обычно. Поднимите, пожалуйста, или самим вставать. Да вставайте, там бежать недалеко. Угу. Починились, нет? Всё. Блять. Да. Так, значит, ТПГ Плотмастер, если кто новый у нас работает. Аддон. Так, дробящая. Что это? АРП крит. Ловкость. Надо кому-то это говно. Крипток. Так, тапки на танка, смерть и разложение, блядь. Ёба. Декашные. Надо было мне такие. Не, ну у меня там... Вот как раз мне надо эту чарку вторую. Но я лучше бы ревностный взял, чем это говно. Блуддин, блуд... Это, нигер, надо тебе этот самый? Как он называется? Вот эти тапки. У тебя нет аддона. А здесь по... Не аддону. Вот идет. Тут по консулу идет. Так, кольчуга, 320 урона, вот это говно, короче, критхаст кольчуга. Кому надо? Ну, лиму или хапалу. Так, бидон не надо. Бидон, наверное, там коллекция уже этой хуйни. Хапалу. Хапалам тоже не надо. Бидон, ну на, хули. Кожа, запястья, значит, с критом. Носову неплохие у меня такие есть носове. За неимением лучшего. Крит все. Так они же с духом, в принципе, и на хил на это, на дерево, да, пойдут? Ну да, да, они на дерево, да. Так. Ну тут Мэтт Фокс нажимает, я вот не знаю, может ему дать носовую. Не, ты смотри, я на оф, как бы соточку прожал чисто из-за консула. Если ему на мейн, конечно, давай. Давай Мэтт Фоксу закину. Хоть
А, он тоже пишет? Он тоже, да, видимо, ну, на ладно, дерево. Это кому нужнее, там сами в обмен передадите, порешайте сами. Че, давай, братец, рольнем, да и все просто. Так, голова, получается, 320 урона, 320 здоровья. Прист это... пишет, ему нужно, в чате. Так, какой прист? Shadow Knight. Я вон 47 кинул на Фокс, кидай. Все, отлично, ГЦ. Который Shadow, да? Угу. Остальным не надо, да? Так, ну на. А что, тролль или я немножко пропустила? Голова да там, голова с духом получается. Вот корона, он дух хаст получается. И 320 там урона, и вот не чаще, чем раз в секунду. Угу. Надо? Надо тебе такую, нет? Не знаю. Наверное. Ну, у Shadow спроси там, я не знаю, он какой, он ШПшника собирает, тем уж нехило. Вот 226-я. Не нужна ШПшнику, это голова. Ну, это да. Это голова ШПшнику не нужна, ему другая нужна. Этот, это нахила, если что, крутиться будет. И одна и лучше этому, Гандальфу. Гандальфу. Гендальф. Гандальф. Чисто Гендальф с Алиэкспресса, блядь. Короче, тут система такая. Так, у нас уже 6 хилов, да? А куда? А куда? Он на самом деле, кстати, Гандальф. Вон этому дай Shadow, Shadow Priest в твоей пати. Ему обмен. Где он? Я вижу. Ну, сейчас вот я на него поставлю черепок. А, вижу. Так, на этом боссе... Спасибо большое. Короче, надо будет серьезный захил. Я не знаю, спекаться нет. Мэдфокс в хила? Да, Мэдфокс в хила. Так, ну и будьте все в хилах. Этот, будьте... Ты будь, короче, в холике. Я даже не знаю, вы... Этот, холь ДЦС и неолы в двух ДЦшников спекнитесь. Сейчас проверим, как в 6 хилов будете захиливать. Если нормально, то это самое. Ну, я выкину, наверное, Мэдфокса отсюда. Хотя, похуй, тут без разницы. Так, у нас в каждой пати есть по друиду. Если что, спокойствие дадим. Ну, здесь очень просто... Значит, до 50% мы просто бьем лицом к этой танчишь, ко входу, ну, лицом к нам, как он стоит. Когда проклятие появляется после 50%, я говорю, проклятие выносим, значит, РДДшники и милики выносим влево-право. Вот РДДшники влево-право, звезду кружок, а милики просто лево-право, не обязательно звезду кружок, то есть назад бежать. Самое главное, когда проклятие это заканчивается, появляется бублик на полу, вот, и в него заходить только по команде. Как только он появляется, сразу с него выходите, для того, чтобы... вас могли захиливать, потому что когда в нем стоишь, снижается получаемое исцеление на 80%, имейте это в виду. Так, ну, по гимнам на ХП. Значит, когда... значит Холи ДЦ и Неола на свое усмотрение будете отдавать, если будете видеть, что не прохиливаете. Метадарк Пэса скажу в конце, ну и сам не знаю, там под что-нибудь дам. Shadow с Гэндальфом там... на подстраховке будьте прям. Так, ну ничего сложного. И этот самый ДКшник, знаешь, да, насчет 20 секунды. Здесь на 20 секунде бросается этот удар, который тебя станет и вокруг тебя на 15 метров ауешит миликов. Вот он на 20 секунде бросает. Знаешь, да? Ну все тогда. Панцирь на него нажмешь. Народ, из-под сферы к нему бегаете, пожалуйста. Так, проверка. Из-под сферок, да, не находить. Подробнее на 20 секунду и про удар. Ну, на 20 секунде он наносит удар, который тебя останавливает на месте и вокруг тебя 15 метров ауешит. То есть по миликам доп. Урон проходит. И там на 26-25 где-то дыхание уже кастует. То есть миликам вот это... лучше убежать, да, получается? Нет. Надо танку прожать панцирь антимагический. И все. Он написал, что знает. Все, давайте это... Все готовы, отчет? 4, 3, 2, 1. Из черного пола выходим, забыл сказать. Черный пол будет такой, с него надо выходить. Но только кто со сверкой стоит, прожимочку отдаем, чтобы не сдохнуть в черном полу. Из черного пола вы не выходите. Либо если есть край, где можно встать, чтобы и сферу закрывать. Но он там радиус 8 метров где-то. Вот черный пол, смотрите. Вот черный пол. Нет, не справляются хилы. Так, сейчас я про. Ну давай пока бьем. Кто там?
Ладно, пускай лежит он. Пускай лежат. Так, значит, готовимся. Значит, шаду отдал, да? Значит, на следующее дыхание будешь и неологим на хп давать. Готовься. Бомжи по бидону идут. Беги. Так, и все друиды, все 5 друидов будут спокойствие давать на следующем дыхании. Центр не лей, не лей в центр. Готовимся. Все друиды готовимся. Блять, залил пиздец, конечно. Че, нельзя было дальше от рейда сделать это? Геру дай бидон. Давай, Геру, да. И Неола, готовься. И все друиды готовимся сейчас. Это, вышли из бубликов, чтобы можно было хилить нас. Давай, и Неола, читай. Все друиды спокойствие. Выведи босса из бублика. А он не выведет так просто. Выходите с проклятием. 2 секунды, сейчас новые бублики появятся. Пессами Дарк на следующем дыхании готовимся на хп давать. Готовимся. Так, черный пол. Песами Дарк даем на хп. Бустаните. Да, чисто с бубликов только выйти, чтобы вас захилили. Ну там лям, не знаю, бустанем, не бустанем. Погружение. Зайдите. Ну только кто зашел, выживут. Вот у меня тучка. А, добили. Только за счет тучки. Заебись, проходим ТТГ. Это, блядь, вы не видите, да, что на вас ебаный бублик? Нахуй вы его в горизоне, блядь, ткнули просто. Не видят, конечно. Бить. Ты что, чтобы видеть, это же надо видеть, блядь, ты что? Это же надо повернуть глаза к мини-карте. Там вот такое изнеможение есть, там орда. Где это? Воины, блядь, братцы, нахуй. Вы будете кнопочку раскола жать, блядь? Ну я заебался, ну 3 вара, дайте послакать чуть-чуть, нахуй. Ну дайте подамажить просто. Ты им только сейчас это сказал, я думал, ты с пулой уже со входа в инс это объяснил, блядь. Да я просто уже забил болт давно, нахуй, я как бы не объясняю. Просто я смотрю, блядь, 3 вара, нахуй, а я стаки только с моих, блядь, прибавляются. Еще смотрите, АРП и рейтинг скорости, то есть 2 раза по 70 скорости. Не знаю, кому такое надо, ну может это чарт. Вчера себе плечо как НС-ка пришло. А чё там вообще выпало-то? Плечо как НС-ка. Сейчас топор отдал. Какая НС-ка, не знаю, что это такое. Руля. Он восполняет 21к маны. А, давай... я до туда еще не дошел. Если плечо не нужно, то дай. На танк, это конкретно на мишку. На мишку, ну. Я не знаю, что он. Нет. Ревностный, короче. Знаешь, это с лакером и котам приедем. О, да ну нахуй, смотри, при получении урона... Ебать, да. Где я? Где мой друид? Чё за хуйня? Ёбаный в рот, блядь. Смотри, вот сегодня, блядь, 2 шмотки уже не получил для персонажа. Сука. Бля, так-то они еще и с РПБ. Это на мишку. Да, это на мишку. Не, ну так. Чарка на мишка просто, а вообще... Это они... чарка идет на мишку. Значит, Керус, заберешь на мишку? Кто-то, у кого еще мишка есть там? Ни у кого вроде нету из вас. О, есть готовый, но давай. У Керуса готовый. Керус, тебе надо такое или у тебя есть такое? Ты в хиле оставайся. Все в хиле остаетесь. Остальные помойка. Бля, а что ты... Здесь нормачарка. Керус, тебе надо это, блядь? Прием. Ты топ-чарка, блядь. Ты как с ревностным будешь. Заслакал, выжил. Пиздец. По-моему, он сейчас слакал. Короче, я не знаю, ему закинул, но... Спросите, если ему вдруг реально не надо. Да нет, там даже не то, что заслакал, там если он будет падать. Это как прожимка еще одна. Ну, ноги совины, но СПД. Прибавка идет. Че это у нас? Я что-то не помню, какие-то забирал, хуй знает. А че за чарка-то вообще? На СПД обычно. СПД. Ну, если никому не надо, давай. Я правда не помню, у меня в банке какие-то лежат аналогичные. А у меня тоже такая же хуйня в банке, 5 экземпляров. Я трависту закинул. И вторые плечи, тут чарка на 1600 здоровья. Ну, это я уже не знаю, кому надо. Не-не, у меня, по-моему, есть. У меня вообще 2 тоже плечи там есть каких-то, хуй знает.
посох выпадет, я заебался. Я как в гильдию вступил, я ни разу не увидел, что посох на ловкость упал. Тебе нахуя репичи, блядь, это? А хуй его знает, честное слово. И смотреть, потестить, если кому не надо, я заберу бы. Ладно, ровисту закинул, там у него спросишь, если что от нас. Там вот Фокс уже 10 нажимал. Пошли на это дальше. Сука, был бы я тут своим медведем. Ёбаный в рот, блядь. Ой, вот, сука, чтоб я этого не видел никогда, блядь. Пиздец просто. На следующем боссе он самый простой. Значит, масс диспелы даем, присты, по разику раскидываем. И нормально. Ну, выносим эти меточки лево-право-назад. Собаку танчишь там в центре. Ну, если вдруг хилы будут не доставать, там, ну, хулипал вроде должен доставать. Танка, главное, не забывать диспелить. Также в 6 хилов идем. Самое главное, имейте в виду, метки выносите. И когда надо будет отворачиваться от босса, одновременно метку выносите. Ну, стойте спиной к боссу. Спиной это вот так вот. Плащ, чтобы боссу был. Иначе получите фир. И чтобы этот фир с вас спал, там ни антифир, ничего не работает. Чтобы он спал с вас, только вас захилить можно. 25 тысяч исцеления надо у вас дать. То есть хилы, имейте в виду, если человек словил фир, вы это тоже должны все видеть. Если не видите, блядь, ну, надо как-нибудь гайд записать, сука, под ТТГ, блядь. Все, Интика. Вот здесь прыгаю, видишь? Пожри ману, что ты без маны? Пожри что-то. А я правильно понимаю, чарка, допустим, которая вот у меня, к примеру, на руках, она же может упасть и с этими плечами кожаными? Это... Чарки да. Не привязаны к шмоту конкретному? Нет. О, блядь, так это коту получается профитнее давайте носить уже носят потом, плечи. Потом. Алло, они, блядь. Они, перчатки носят. Давайте, нахуй, алло, носите, прием. Висите пиздежом своим. Хватит пиздеть, этот самый... Залейте ностальгия Керус по NC Кейнер. NC-ка, где у тебя жратва, блядь? Дайте столик. Я не знаю, нету. Ну так а хули нету, столик дайте. И бери 80-100 штруделей. И жри. Они пропадут. Ну так, блядь. Они пропадут через 5 минут, у когда уходишь. У меня здесь пожарная тревога была, а вы... Да похуй, пускай все горит, нахуй. У нас тут рейд, блядь. А можно гор и клик на П? Так, все готовы, рейд уже считается, дает счет. Мне его держать там же, где он стоит, и все? Да, да, спиной к нам. Отведешь туда, в центр. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Че там с агро у вас? Диспелим? Не знаю, проблема. Метка в рейде, метка в рейде. В центре метка, на том ШП или кто? Отведи подальше. Вы умрете. Что, отвернуться непонятное слово или что, блядь? Метки. Понятно, блядь, тут некоторые люди просто первый раз. Вот эта метка, если появилась в хвосте, вы встаньте слева-справа, что ли, отвернулись. Шадоу, в чем у тебя проблема, блядь? Ты в Дисе вообще? Брателла, блядь. Эса унеси чуть дальше. Эса, не тупи. Заслакал. А паленый же пол диспелится, да? Магический дебаф диспелится. Я немножко не поняла, когда отворачиваться. Когда... Мегафан. Когда босс кастует глубинный ужас. Работный ужас. Сейчас будет. Вот давай. Это. А с некромантики. Ладно, падайте в пизду, заходите в лужу, нахуй. Падайте. Падайте. Блять, вот. Самый легкий босс, да? Самый. Ну конечно. Да, это самый легкий босс. Метка сразу в центре, в фире там по пати бегает. Короче, блядь, там... для тупых, для бичей просто придумано, блядь, ДБМ, такой аддон. Он ставит две метки, череп и крест, блядь. Разуйте глаза свои, сука, сейчас. И на боссе нихуя не делайте до тех пор, пока не увидите череп и крест. Ищите их, сука. Когда я говорю метки, значит выносим их к стенам, этот череп и крест. Когда, говорю, отвернулись, встаем плащом к боссу. Если что-то непонятно, если вы за хила играете, встаньте просто спиной к боссу и не поворачивайтесь к нему лицом. 8 человек ловят фир, блядь. Фир вас загоняет в лужу, вы там падаете. Лужа в центре, блядь, все там еще стоят и падают. И по диспелу. Ну, я не знаю, сейчас буду анонсить. Диспельте это получше. Кто там, а если знаю. Плаща нет, что делать?
нахуй, выкидывать игру, блять, в мусорку, нахуй. Там для хилов, лайфхак, вы можете просто спиной к боссу повернуться, и его весь бой стоять спиной. Жрём рыбу. Быстренько принимаем готовность. Крипток дает что-то. Давайте вары по расколу скинемся вначале, попробуем. Релиз. Метки. Диспел. Снова в центре. Метки. Завис нахуй. Вы умрете. Метки. Что-то мне до боя не говорит нихуя. Там есть раскол, да, на боссе? Да, да, есть. Просто мечты нет, не отображаются. Мне главное настакать. Метки? Берегите. Отвернулись. Шадоу, нахуй. Ну, сука, ну встань ты спиной, блядь. Ёбаный в рот. Ты не можешь понять, блядь. Ну, посмотри на босса, не поделай нихуя. Просто постой, посмотри. Да диспеливаем. Не вола, чё себя не диспелишь? Отвернулись. Слава яйцам, блядь. Диспелим. Некромантика, где стоишь? Не могу достать, нахуй. Как тебя сдиспелить? Сдиспель тебе некромантику, он же сдохнет, сука. Ясно, нахуй. Стойте, как... Ну, Даларан в следующий раз убегайте, блядь. Это что мне сделать, если, блядь, в другом метке они стоят? Встреть, нахуй, выносит, блядь, милики, алло. Встать там, через где... босса пройди. Отвернулись, тихо, не кричи. Встать там, где стоят присты. Посмотреть, где стоят присты и подбежать. Там 4 хила пристов. Они сдиспелят. А если люди не достают, как они до тебя добегут? Вот Бидон, где ты? Сука, Бидон, беги к хвосту, бегите все. Вернитесь все, сука, к хвосту. Вот сейчас эта хуйня пройдет. Вернитесь, сука, все к хвосту. Вот с Бидон сейчас, смотри, сдох, нахуй. Это потому, что не диспелится с него. Нахуя я вам сказал, блядь, ну, стоять за, ну, за спиной, выносим право-лево метки. Нахуя вы туда к ебалу убежали, блядь? Чтоб сдохнуть там? Бомжи, сука. Диспелим. Пиздец, вы такие интересные, нахуй. Хороводом стали вокруг него, блядь. Отвернулись. Диспелим. Крипток. Равис, ресай Бидона. Фокс, ресай Неолу. Берегитесь. Вернулись. Метки выносим. Диспел. Бидон, к нам вернись, сука, не смогу тебя достать. Все к хвосту пришли, к кружку, блядь. Они там, блядь, въебали, стойте. Пиздец, блядь, кадры, блядь. Метку из рейда, метку из рейда. Метку из рейда. Вот, диспелим. Уже вышли. Сука, маны уже нету, блядь. Диспельте людей. Могу гимн дать. Ты уже дал.
Диспелить обязательно, это магическое говно, потому что оно усиливается и убивает в итоге человека. Диспелим, блядь. Хули ДЦ, ты вешаешь щиты вообще? Три щита вижу, но ты вешаешь щиты, у тебя, блядь, маны до хуища. Или ты холик, блядь? Я ДЦ-шу, вернулись. Диспелю постоянно. Так ты сдиспелил и вешай, стоишь, блядь. Ага. Я не знаю, ну как-то вы, ну, как-то на расслабоне на каком-то. То ли вы все тут первый раз, блядь. Нахуя вот эта беготня? Нахуя вот вы сдохли вот тут вот, блядь, в этом углу? Тут что, рейд стоит, что ли? Вот кто это, нахуй? Некромантика. Вот здесь кто? Там бидон, вон, вот покидают уже тело, блядь. Вон Фабиан, блядь. Вообще похуй. Вам кто-то говорил вокруг босса разбегаться, блядь? Метка в рейде. Так вправо-лево отходите и все. Босса назад отводишь, и все, если там люди в хвосте разлили метку, и пиздец. А вы убежали туда, и вас не достать диспелом, и вы сдыхаете от этой параши. Вы же не знаете, что от нее сдыхают. Ладно, блядь. Не ливый, Запа сей. Напал, прикольный, попали. Сейчас ЕП еще дам. Пойдем, груля. Стой, дальше. Стой, стой. На замене кто сидел? Поплюсаните, кто на замене. Сейчас дал ассистов там, дайте эмпати. Там только нормально один. Так, меч получается. Навара. Запы. Кто на замене сидел, вот это гашку? Правосудие света. Красуйте. А второе что? Второе на крит. Крит. Так, правосудие это топовая чарка? Или хуёвая? Это правосудие нормально. Это для бэрпалов, да. Это четенькая чарка для них. Это прям одна из двух чарок, за которым охотятся они. Победа. Так, кольчуга с ловкостью, 320 урона. Хорош. Проси хантов. Может, кого-то нету не ПГП? А их уже тут нету, они куда-то улетели. Ханты, это вам не надо, это говно? Ладно, на бидон будешь собирать энха. Уже, наверное, там... Ну да. Бидон там, наверное, уже, сука, у него там, блядь... Так знаешь, как в Ведьмаке, блядь, в доме эти стойки с доспехами, блядь. Ну такая же хуйня, короче. Фабин, тебе нужны эти штаны? Так, запы. Рипичипу можно. У Биг Дэма там все есть, у Рипичипу. Кольчуга. Делса называется. Шамановская чарка. Хиловская. Сейчас это не расходите, сейчас с груля пойдем добивать. Надо груля разъебать. Спасибо за рейд. Так, что это? Быстрина Эршамовская, да? Это, как это там? А, сила. Ребят, до связи. Пойду похуй. Вы не ливайте. Да, на среду. Там же уже дали вроде, нет? С рейда не ливайте, я не давал еще. Бля. Куда вы ливаете? Да не крутой я РЛ, я нуб. Просто люди крутые в рейде, они все делают с меня. Да, это я. Добавь меня назад в рейд. Плюс суть и обратно. А скажите кто-нибудь ID груля, а то у меня КД, я не помню, блядь, я ходил или не ходил, когда убили. Так по времени, посмотри по-своему. Сейчас, по времени. Сейчас я посмотрю. 46-45. Груль хэм. Сейчас у меня 44-69, это типа другой рейд, да, был, значит, у меня? Так, все, ЕП дал. 44-69, это ГМ-ка, груль. Это первая, которую закрыли нормально. А вторая, там, где груль недобитый, 46-45. А, ну все, значит, бля, я... Время столько проебали сегодня.